Приветствую вас, скажу честно, я не знал. И уверен, что этого не знает никто из психологов, потому что вашу девушку мы не знаем. Мы не знаем, что она за человек. Мы не знаем, какая у нее более явная черта характера. Стеснение, как вы говорите, или избегание там общения или чего-то еще. Но мы этого не знаем. Поэтому ваш вопрос, он, к сожалению, из области. Расскажите мне по минимуму информации что-нибудь об этом человеке. Нет, так не работает. Это так не работает. Другой вопрос. Другой вопрос. Что вот вы говорите, значит, знакомый почти год, но по-настоящему влюбился после Нового года. Что значит по-настоящему влюбился, да? То есть что изменилось? Как-то вы увидели ее, как-то вы, ну, по-другому стали смотреть на нее. Что произошло-то? То есть что изменилось? Не очень где-то, надо сказать, понятно. Знаем друг друга отлично, но опять же, вы говорите, что вы знакомы год, знаете друг друга отлично, ну, за год вряд ли можно узнать друг друга отлично, вот. Поначалу все было нормально, что это значит нормально? Нормально для кого? Но я поторопил события и рано признался. Знаете, вы оцениваете, да, вот вы даете оценку тому, что вы сделали, вы говорите, я поторопил события, допустим. Допустим, вы поторопили события, допустим. Но почему вы считаете, что поторопили? Ну, у вас возникли чувства, и вы о них девушке сказали. Поступили ли вы плохо? Нет. Должны вы были молчать о своих чувствах? Ну, в каких-то моментах, возможно, это было и приемлемо бы, но точно не в этом случае. Точно не в этом случае, точно не в случае, который описываете вы. Вот. Потому что девочка была свободна, вы были свободны, и вы знали друг друга, и почему нет? То есть у вас есть такое вот чувство, у вас есть такое представление, такое убеждение, такая установка, если угодно, что, знаете, как бы сказать, вот, что, если бы вы не поторопились, то все это было бы по-другому. Но это на самом деле не так. То есть я хочу сказать, что мало бы что изменилось на самом деле, а если бы вы сказали о своих чувствах позже. Потому что у девушки, у вашей, очевидно, вот таких чувств к вам не возникло, не было у нее к вам чувств, таких серьезных, судя по всему. И когда вы признались ей, то она, вероятно, стала думать, что теперь вы будете относиться к ней по-другому, что теперь у вас появятся у нее какие-то притязания, какие-то требования вы к ней будете предъявлять, ну, всякое такое. Вот. Вот она не была в восторге от того, что вы в нее влюбились. Во мной она видела вас друга и хотела, чтобы вы были друзьями только лишь. Вот. Возможно, тут есть еще какие-то моменты, ну, которые сейчас не представляется, на мой взгляд, возможным раскрыть. Просто потому, что очень мало информации. Вот.
сделать выводы относительно того, насколько человек, к примеру, стесняется, да, вот сделать выводы можно по ее поведению. То есть, если раньше за своей девушкой вы замечали то, что она могла сняться, если вы замечали за ней такие вот признаки стеснения, вот, то да, она может быть она стесняется. Если раньше таких вот признаков не было, то, ну, нет их, скорее всего, и сейчас. То есть, ну, признаком стеснения, да, с чего бы им быть? То есть, вот, в таком ключе мне видится ответ на вопрос, который вы задаете. С другой стороны, я, конечно, очень хорошо понимаю, что вам не очень приятно, я понимаю, что вам, ну, что вам не по себе, вот, скорее всего, вам не по себе. Скорее всего, вам неприятно из-за всей этой истории, из-за всей этой ситуации. Вот, я отдаю себе в этом отчет. Прекрасно. Но, как бы, смысл от этого не меняется. То есть получается, что вот пока что получается, что вы ну как-то вот нуждаетесь в девушке, да, вы в ней нуждаетесь, получается, что вы в ней нуждаетесь, ну, достаточно сильно, вот. Я не думаю, что это, то, что вот вы мне нуждаетесь, это идет вам на пользу, вот. Я не думаю, что тот факт, что вы мне нуждаетесь, делает ваши отношения более непринужденными, скажем так. Вот. А я думаю, даже наоборот, я думаю, что это делает ваши отношения как раз-таки теми, какие они есть сейчас. И я думаю, что своим поведением текущим вы подтверждаете у девушки подозрение относительно вас, относительно того, что вот, когда ей признается в любви, от нее начинают чего-то ждать. То есть ваша задача продемонстрировать девушке, что все осталось по-прежнему, что ничего не изменилось. Вот это не такой, ну, это не быстрый процесс, к сожалению, это не легкий процесс, к сожалению, на это потребуется время, особенно если учесть, что девушка как-то вот отстранилась от вас, да, отдалилась от вас, вот. Но правда в том,
заключается, что суть от этого не меняется. Именно суть от этого не меняется. То есть, если вы хотите с девочкой взаимодействовать как-то, если вы хотите с ней как-то взаимодействовать, то я думаю, что придется принять ее позицию и то, что она явно не может вам дать сейчас больше, чем, чем она дает. Вот. Я думаю так, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я предполагаю, что это не совсем то, что вы хотели. Я предполагаю, что вы хотели немного другого ответа. Я предполагаю, что вы ожидаете другого ответа. Но мы все-таки мы психологи, да, а не волшебники, вот, и не маги. И можем мы работать только с той информацией, которая у нас есть. И работать мы можем по факту только с тем человеком, который к нам обратился. Вот. Обратились к нам вы, соответственно, работать мы можем с вами, и, соответственно, у вас же мы можем спросить, почему вы выбираете такую девушку, которая не отвечает вам взаимностью. То есть нужно понять сейчас, не является ли это закономерностью. То есть, есть ли в этом закономерность. Если в этом есть какая-то закономерность, то с этим нужно работать. Если есть какая-то закономерность. Если же это, к примеру, просто случайность, то в таком случае, если это просто случайность, то ничего страшного, это бывает. Но мне подсказывает что-то, вот исходя из вашего текста, мне подсказывает что-то, что это все-таки не случайность. Вот, я могу ошибаться, я понимаю, я прекрасно понимаю, что могу ошибаться. Я даже спорить не буду. Вот. Но мне видится так. Значит, что можно сделать? Как я уже сказал, от девушки также отдалиться, продемонстрировать ей свою самостоятельность, вот, и поработать с вашими чувствами, с вашей потребностной сферой, вот, которая сейчас вас беспокоит по факту. Вот. Я думаю, что
сделать подобное вполне реально, но если у вас есть такое желание, конечно, вот, и снизить значимость девушки для вас тоже более чем возможно. Главное, чтобы вы этого хотели. Главное, чтобы у вас было такое желание. А вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что для вас это было полезно. А если вам понравился мой ответ, я буду вам благодарен за его оценку, за оценку моего ответа в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!